Александра Трусова, когда раньше тренировалась у Этери Тутберидзе, очень много тренировалась у Сергея Викторовича Дудакова и показывала очень классный результат. Но после того, как Трусова перешла в «Ангелы» Плющенко, эту роль тренера занял Дмитрий Михайлов. Именно в Стокгольме Саше не хватало Дмитрия. Вот цитата. «Мы с Дмитрием находились на связи. Вроде бы много общались. Я постоянно звонила в Москву между тренировками и выступлениями. Разговаривала с родителями, с тренером. Но заканчиваешь разговор и очень остро чувствуешь, что рядом с тобой никого нет. Вот я лично, знаете, понимаю, что с Плющенко Александре точно весело не было, раз такие слова она говорит». И главная, заключительная фраза от Саши. «Хотелось бы, чтобы у борта стоял не только Евгений Викторович, но и Дмитрий Сергеевич. К нему, я признаюсь, привыкла». Я делаю вывод, что с Михайловым ей комфортнее и легче общаться, нежели с Плющенко. Также хочу выразить свою точку зрения. Заслуга Плющенко – это 12-е место в короткой программе, а заслуга Дудакова – это первое место по прыжкам в произвольной. И какие бы похвалы Трусовой не посылал бы Евгений, и его любимая фраза «работаем дальше» будет тот запас, что был наработан с Дудаковым в «Хрустальном». Это моя позиция. Трусова также отметила, что в олимпийский сезон она остается у Евгения Плющенко. И точка. Теперь Сашу ждет полноценная предсезонная подготовка к олимпийскому сезону. Ну а главное событие – это Туктамышева и Щербакова едут на командный чемпионат мира в Осаке. Трусовой там не будет. Видимо, Саша не поладила с японскими журналистами. А жаль, ведь японцы – самая большая аудитория в мире фигурного катания. А любовь японцев надо уметь заслужить. А вы как считаете?